Какое необычное и загадочное место. История каждого павшего воина своего рода уникальна. Не представляю, сколько тайн в себе хранят древние руины. Ты ступила на священную землю моего склепа. Тебе здесь не место, незваная гостья. Твоя душа станет платой за нарушение моего покоя. Король легиона поднял свой меч. Грядущая битва должна была решить судьбу души нашей героини. Мне кажется, или король выглядит каким-то слишком непобедимым. Ого, все серьезно. Твоя душа принадлежит мне. Теневой легион рассудит, достойна ли она милосердия. Я так и знала. У нашей героини не было и шанса. После встречи с загадочным стариком, древний склеп сильно изменился. Мне кажется, что я слышу голос тех самых героев минувших столетий. Наша героиня очнулась на земле склепа. В воздухе пахло серой. Холодная тишина была невыносима. Казалось, само время остановилось. Она очутилась в небытие, мрачном измерении между миром живых и мертвых, где король легиона и его армия провели не один век. Вернуться назад означало победу над самим королем. Но прежде нужно было сразить бесчисленное множество павших воинов, преданных своему правителю. Чтобы искать аудиенцию у нашего короля. Я просто заблудшая скиталица, которая изучает вашу гробницу. Думаю, мне стоит еще раз увидеть короля. Я провел вечность в служении королю лишь ради шанса сразиться с ним за свою свободу. С чего ты взяла, что можешь пролезть вне очереди? Похоже, наша героиня была далеко не единственной, кто пытался сбежать из небытия. Есть у нас, легионеров, одна хорошая пословица. Если кто, то не согласен с тобой. Просто побей его. Своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течение нескольких минут постичь ее величие. Значит, тоже хочешь вернуть свою душу? Что ж, многие из нас пытались, и многие потерпели неудачу. Но ты сильна! Хотя, конечно, глупа,
раз решилась на такое, поставь на кон самую ценную частицу своей души. Если король сочтет твое предложение достойным, он предоставит тебе реванш. Запомни, если ты потерпишь поражение, ты не только застрянешь здесь навсегда, но и потеряешь то, что заставляет тебя продолжать бороться. А еще я играю на пианино. Здесь как раз в кустах случайно нашла рояль. Я могу сыграть. Я исполню вам ночные сны. Да! Улыбнется тебе удача, боец. Я буду болеть за тебя, даже если мои братья не станут. Ступай с миром! Рада вас видеть. Ставлю свой дар и чувство ритма. Я считаю твое предложение достойным. Так докажи же, что твоя душа обладает той же силой, что и твои слова. Настало время судьбоносного реванша. Хотя я служу теневому разуму, зная, что я делаю это не по своей воле. Но я по-прежнему чту честь. Я освобожу твою душу, ибо так я обещал. Прощай, король. Может быть, мы встретимся вновь, только в мире живых. А впрочем, наша встреча была отрадной. Даже несмотря на такие непростые обстоятельства. Возможно... В следующий раз мы встретимся на поле боя, как союзники. Так и закончилась эта история. Наша героиня проснулась в своем мире, и память была единственным доказательством того, что это был не сон. Быть может, король легиона вовсе не злодей. Неужели он всего лишь жертва ошибок своего прошлого? Нашей героине предстоит раскрыть секреты, которые так надежно оберегает будущее.